Коба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Бравл Старс. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Огромное вам спасибо за лайкосик. Также, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на канал. Наконец-то мы продолжаем играть в Бравл Старс. Да, друзья, и сегодня будет у нас легендарная серия, потому что я просто должен, обязан выбить мистера Пи, потому что вчера весь день мы с Никитой, а также с Вадимом, огромное им спасибо, Никита, кстати, тут, вот, весь день, блин, квесты выполняли, в общем, наконец-то выполнили, весь день ушел на это, ребята, но, надеюсь, не зря. Короче, смотри, много всяких ящичков больших, так, один мегаящик, второй мегаящик, третий мегаящик. Вот ты скажешь, ну три мегаящика большие, вот эти вот боксы маленькие, да хрен вот что тебя не выпадет. Короче, я могу сегодня купить Бравл-пас. А значит, что это значит, ребята, что 100% мы хотя бы такого бравлера получим, Белли. Вот такая вот бабка. А также, ребята, блин, вы офигеете, у меня на день чисто отключили воду. Я уже как Эль Прима вот так же воняю, вот один в один. Ну, сегодня точно, да, Гавс, может, выпадет нам. Ребята, все возможно. В общем, так, новые события, ребята. Пожелайте мне удачи. Поставьте лайкосик. Ребят, давайте за вас бахну сейчас. И начинаем. Ох, блин, ребята, начнем, наверное... Вы что, серьезно? Амбер! Особая акция! Блин, издеваются надо мной? Посмотри на это. Не-не-не, вот это скидка, а, ребята, вот это скидончик. Блин, было бы забавно, если бы я сразу бравлера с бесплатного бы ящика выбил бы, но... Нет, так это не работает, ребята. Ладно, я давно уже бравлеров никаких не получал. Это мы с тобой пока оставим. Большой ящик. Кристаллы. Так, у меня 150 уже. Ну, по моим подсчетам, вроде как мне хватит. Набрал пас. На следующий, конечно, не хватит, ребят, потому что я играю без доната. Ставь лайк, если ты тоже без доната играешь. Так, мегаящики пока оставляем. Ух, так, ребята, все должно пройти как надо. Как по маслу, хорошо. Давай. Черт, я уверен, что все у нас получится. Так. Что? Ты, блин, серьезно, что ли? Я выбил Бель? Погоди, она сейчас же получается легендарка? Стоп, серьезно? Она получается легендарка. Ебана, мама, ты серьезно просто? Я получил ли... То есть, смотри, погоди секунду. Погоди секунду, братишка, погоди. Что там у нас новые акции? А, ну я понял, какая очки силы, да? Подожди, братишка, секундочку. То есть ты хочешь сказать, что я именно получил не мистера Пи, который мифик, не Сквика, который тоже мифик, не генерала Гавса, который тоже, по-моему, мифик, а именно я получил Бель, да? Да... Вот это мне повезло. Вот это мне повезло. Слушай, погоди. Ну, получается, мне Бравл Пас лучше не брать. Да, тут есть, конечно, скин. Бабка... Ля, ну тут бабушка прихорошилась. Посмотри, макияж там, стиль. Денежки, видимо, завелись у бабушки, блин. Посмотри на это. В общем, ну, ради этого... Кина такой, хотя вот тут она, ребят, обычная, ну... А, кстати, не, погоди, я просто не знаю, ребят, я ни разу так не делал, я... Если куплю Бравл Пас, какой вообще смысл? Мне, Белль, еще раз откроется или что? Или там мега-ящик дадут? Я вот это не знаю, по-моему, мега-ящик дадут. Ладно, давай продолжаем дальше, чем мы будем, ребят. Как-то, конечно, меня это немного расстроило, потому что так и так я должен был ее... Так... Блин, я уже гаджет. Мстительный дух. Самонаводящиеся ракеты джинны летят во всех видимых врагов.
Так, ну слушай, мне, по-моему, подвезло уже, подвезло. Так, 160. Угу. Так, вот это вот. Ну, пока не буду я покупать, я думаю. Начнем с мегаящиков. Ну, хотя вот это, кстати. Ой, стой. Давай на Бель потратим. Ну что же. Бель, да, сейчас у нас прям Бель будет, понятно, прокачиваться и прокачиваться. Понятно все с вами. Так. Офигеть. Офигеть. Я не знаю просто, что сказать, ребята. То есть, понимаешь, вот братишки Никита да Брау Кинг по-любому думают то, что я купил Брау Пас. Вот, понимаете? Хотя там по Нику, кстати. По Нику они видят, что я его не купил. Понимаете прикол, ребята? В общем, друзья, очень-очень обидно. Конечно, ты знаешь название видео. Я, наверное, назвал «Выбил Легу». Но по факту... Ну да, мы Легу выбили. Вот. Романтически это считается как легендарное в этом сезоне. Но, блин, ну это же такой фейспалм. Ну какого фига? Ну почему Мистер Пи? Мистер Пи и Сквик? Ну да, пошли мы. Нахрен, какого хрена? Ладно, ребят, давайте, конечно же, покатаем. Сейчас выберем мы захват кристаллов, почему бы и нет. Вот, я думаю, готово. Нажимаем, давайте, братишки. Только Никите надо 100% кого-нибудь. Ну, хотя бы, вот да, да, да. Хотя бы так, ребята, все, давайте. Ну что же, друзья, погнали, протестим, затестим эту бабку. Я вспоминаю, знаешь, такую песенку крутую. А. У нее в авоське пушка. Опасная старушка. Вот так вот как-то поется, ребят. Блин, Сквик просто охрененный, ребят. Я сейчас смотрю, Сквик просто офигенный. Он мифик, но он офигенный. Да куда ж ты, маленький Сквик? Квики, куда ты, малюнок? Так. Окей, мы зафиксировали цель. Бах. Отлично, отлично, ребят. Ну, в принципе, меня как-то она устраивает. Неплохо вроде сражается, но... Как бы смысл в том, чтобы они тусовали все вместе. Там заряд как-то от одного к другому, получается, передается, прикинь. О, мне еще... Бля, красавчик Кинг, спасибо тебе, братан! Просто реальный Кинг, настоящий Кинг. Мэн. Ух, капец, какой-то происходит, если честно. Дед. Минус дедушка. Так, ладно. И мы, в принципе, можем уже отходить. Блин, ну слушай. Усквик. Блин, почему? Мы играем за бабку, я должен ее хвалить. Говорит, вот она такая хорошая. Ну, а по факту, вон я кого. Я взрываюсь. Тихо, 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 тихо. Отходим, отходим, пацаны. Бой кончен. Чуть не сдох, блин. А, против нас, смотри, дедушка и Нео. Смотри, каких уровней-то, а? Косарик, кстати, получится. Короче, я думаю, смотри, как можно еще сделать. В принципе, по-хитрому. То есть дождаться Брау Тока. Мне Брау Кинг как раз написал. Брау Кинг написал про Брау Ток. То, что надо дождаться, посмотри, какие бойцы будут. И если прям, ну, ни о чем будет, то лучше здесь прям из мегаящиков. Мне кажется, Мистер Пи точно выпадет. Хотя после Леги, мне кажется, вообще там мне никто не будет выпадать. Слушай, у меня есть такое чувство, что реально никто не будет мне выпадать. Вот есть такое маленькое чувство. Чувство. Так, ладно, ребята, молодцы. Какие просто... Никита реально вчера, вот как он в квестах мне просто молодец там помогал. Вадимов, так, тихо. Ну, конечно, я не дурачок. Не дурачина. Блин, нормально вообще. Норма, так. Вот так вот бабку покажу. У нее в авоське пушка. Опасная старушка. Будь с ней. Что-то там всегда... Там вот так вот поет. Опять дедок. Да что с дедами-то не так? Что так много тут стало? Ладно. Такая вот прижимаем, так сказать. Тихо, тихо, тихо,
Тихо. Блин, ребят, тут, конечно, я виноват. Тут на самом деле я виноват, ребят. Блин, на таких рангах, на таких кубках. Не знаю, мне просто вот за Пайпер, за снайперов как-то, ну такое тебе. О, ну, конечно. Блин, это было ужасно, честно, ребята. Ладно, сейчас соберемся. Охренеть, просто Легу выбил Легу, ребята. Даже не знаю. Ну, кстати, молодцы. А то дедов здесь до хрена было. А, стоп, секундочку, дядя. А давай мы вот так вот сделаем с тобой. Вот, уже неплохо. Уже неплохо, ребята, уже хорошо. Так, сила 7. По крайней мере, так будет немного побольше. А то я что-то такой думаю, мол... Что-то, по-моему, что-то не то сделал. Так, давай, братишка, жмем до упора. Еще каточки две, ребят. Ну, хотя одну. Хотя бы нам просто посмотреть, ребят. Давайте одну катку. А если что, я завтра еще запилю вам видосик, как мы с этой бабкой будем развлекаться, ёкарный бабай. Прокачаем ли мы хотя бы там 300... Да по-любому 500 кубков можно. Главное, времени, чтобы хватало. Так, давай, посмотрю. Ну, хотя бы просто как бы поиграем, да, ребята? А то давно Браво не было. Ставь лайкосик, братишка, если ты реально давно уже ждешь выпуск, и все не было и не было. Блин, Байрон, конечно, мне как-то больше симпатизирует. Не знаю, за бабку играть. Блин, против... Так, красава, нифига ты. Байрон, это такая, блин... Что ты, дед, ты что творишь? Хоть бабушки, ты бабушки, ты хоть, блин... Поддайся на подданки. Блин, дед, а? Да ты какой дедушка, а, просто? Смотри, какой. Нехороший какой дед, а? Правда, нехороший какой дед, смотри, какой. Прям это... Душит. Напрягает. Не-не-не, я плохо играю, ребят, конечно. Так, потихоньку, помаленьку. Красава, ребятки, ну вы вообще даете, а просто. Так, эмблему забираю. Видишь, если бы они там все тусовались вместе. Вместе тусуем. Прямо из Москвы. Ну, ладно, ребята. Что я вам скажу? Неплохо, ладно, отличная игра, ребят. На этом все, спасибо вам огромное за просмотр. Бай-бай, дорогие братишки.